Это рынок! М9 Dragon Quest, ты вообще... Обалдеть! Секретная комната, закопьтесь! Pixel Bolt нарушает авторские права и сказали, пацаны, вы что, в сосну въехали? Это наша карта! Взял, залез на самый верх карты и начал всех мочить! Здоровым всем, ребята! Стендуга на проводе! Прямо сегодня покажу самую первую версию стендофа! Сегодня покажу самый первый рынок! Я покажу самые первые скины! Я покажу самый первый голд пасик! Я покажу все самое первое! Я покажу даже самое первое карты! Поэтому, ребята, пристегнитесь! Мы взлетаем! Пупсик мой, как ты на замечательный кукере! Мардан тоже пристал, да? Тоже ты что пошел? У меня тоже! И ты его можешь получить совершенно бесплатно! Смотри, что тебе надо сделать! Первое, прямо сейчас поставить лайк и подписаться на мой канал! Во-вторых, написать любой хороший комментарий, и чем больше комментариев, тем лучше. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца, без перемоток. Ну что же, а мы начинаем. Знаете, с чего хотелось бы начать это видео? То, что оно будет не баянистым, как у всех остальных, тут будет именно эксклюзивный контент. Вау. Который вы раньше не видели. Так, ну что, давайте смотреть. Это одна из самых первых версий. Базар Азира не самая первая, потому что тут и Фурис, и Уржи. Но тем не менее, пацаны, вы сейчас просто будете в шоке. Это рынок! Вот так вот стрёмно выглядел самый первый рыночек. Обалдеть, я грибу, либо бу. М9 Dragon Quest стоил вообще 1 000 000 голды. А в М-спорт В2 стоил 30к. Ну, в принципе, сейчас он стоит 40к, не намного-то и дешевле. А керамбит универс стоил 1100. М9 Scratch стоил вообще 1150. Обалдеть, не встать. Обалдеть, а? Ну, а прямо сейчас мы видим, как же раньше выглядел фильтр. И знаете, чем скажу? Прикольно. Ну реально, ну был какой-то вайп, ну мне нравится интерфейс. Ну а сейчас это все гораздо удобнее, знаете почему? Потому что есть уже отдельные разделы, пушки, пистолетички, ножички, все как положено, все как надо. Nice. Ну а вот это самые первые настройки, и я вам скажу честно, как-то не особо что-то и поменялось. В принципе и раньше настройки были очень такие нормальные, да? А, посмотри, как раньше прицел менялся, если вы меняете тут, и оно меняется тут. Нормально, ребят. Хэштег не погано. И я прекрасно понимаю, что вам всем интересно посмотреть открытие кейсечка на самой первой версии. Так вот, ребята, наслаждайтесь. Я отрыл это видео, я перерыл весь YouTube. Я нашел видео, где тип открыл 1 000 000 000 кейсиков на самой первой версии. Посмотрите на этот интерфейс. Посмотрите на эту анимацию. Как же раньше все было страшно. Знаете, что самое крутое? Это атмосфера, это вайб. Реально, ребята, ну есть какой-то вайб. И раньше, ребята, если у вас был, ну, например, АКРТХ, вы были просто самый популярный парень в школе. Все девочки просто вешались на шее. Это сейчас у каждого второго школьника есть АМТХ. Керамбит Голд. А раньше, блин, даже АМТХ не было, понимаете, да? Обалдеть, вот я смотрю, у меня прям вот какие-то чувства ностальгии. Я хочу вернуться и поиграть в самую первую версию стендофа. Слушайте, ну если мы уже заговорили о игре, может быть, я вам покажу, какая вообще была раньше игра, как там играли, стрелялись, это все, какие раньше были карты и тому подобное. Покажи. Погнали играть! Знакомьтесь, ребята, это карта провинции, вот такая там была! Это сейчас ее изменили, да, там, на меду, помните, вначале был конь, потом бочка, потом вообще все убрали, поставили стенки. Обалдеть, та самая провинция. Ребята, ну, пошел ты из стана, плюс комментарии, а? Ха-ха, та ты что, какая имба! Это провинция Апленд, это чатик. Какой же раньше был маленький Апленд, посмотрите, это все, все, вот это все, это Апленд, все. Апленд закончился. Мы прямо сейчас перемещаемся к спавну Т. Ничего себе, сказал я себе, вот это имба, та ты шо, ребята. Кстати, этого прохода сейчас нету, да? Ну как-то вообще все поменяли. Это вообще не похоже, что это была провинция, да? От провинции, наверное, остался один мостик. Если бы этого мостика не было, я вообще в жизни не угадал бы, что это провинция. Ну а благодаря этому мостику мы все понимаем. Ну как же неудобно, нету прохода на мид с моста. Чё за? Ну ладно, ребят, не буду тянуть резину. Давайте-ка мы переместимся к зоне. Зона 9, знаете такую карту? Помните вот этот момент? Знаете, откуда этот момент? Этот момент с картинки, которая была в плеймаркете очень долгое время. Именно вот эта вот картиночка. Ля, как же красиво. Я сейчас заплачу. Как же раньше было прикольно, великолепно. Вы посмотрите.
Да ты что? Как же все выглядит по-старому? Вы посмотрите на этот прицел розовый. Я сейчас слепну. Прикиньте, ребята, в эти времена не было ни киберспорта, не было ничего. Вау, да ты что? Кстати, да, а в курсе? То, что раньше на зоне 9 была секретная комната. Я не шучу. Интересно, какая? Пацаны, сейчас покажу. Я пошутил. Или нет? Вы меня честно спрашиваете, как стать успешным успехом, ребята? Ответ крайне прост. Это все благодаря полдропчику. Хочешь тупой дроп? Залетай на полдропчик! Хочешь кучу голдишки? Залетай на полдропчик! Тем более, прямо сейчас там проходит очень крутой булпасик. И помимо всего этого, ты можешь получить совершенно бесплатные призы, голду, ножи и все, что ты захочешь. Ну а также от нас с булдропчиком есть небольшой приз в закрепленном комментарии. Ну как небольшой? Нормальный приз! Потом, братишка, вводи промик и получается приз. Ну а мы идем дальше. Ну, я, короче, не знаю, как называется эта позиция. Ну, потому что я не киберспортсмен. Ну, короче, вот, секретная комната. Закопьтесь! Тут были мониторы, кресла. Это, типа, была инсталляция, наподобие, как все выглядит в реальной жизни в офисе в Казани у Эксельболтов. Посмотрите, посмотрите, посмотрите! И тут мы видим небольшую пасхалочку, а именно монитор с официальной группой ВК стендофов. Вау, да ты что? Какая же все-таки раньше была крутая зона 9. Я бы с радостью в ней поиграл. Да, она маленькая, но тем не менее, но есть какой-то свой вайп, есть своя атмосфера. Да ты что? Это бэплендик, посмотрите. То есть на бэпленд поверху нельзя было пойти, как сейчас можно. Только или с раздевалок, или с той позиции, которую, с которой мы только что пришли. Да ты что, ребята, какая красотень. Чё это? Это какой-то лифт. Из этого лифта в будущем сделали проход. Всё понятно, мужики. Это мид. Знакомьтесь, тот самый легендарный Хаммер. Блин, какое же чувство ностальгии есть. Ну ладно, ребят, погнали, посмотрим еще что-то прикольное. Ну ладно, ребят, эти две карты мы посмотрели все уже. И так все знают, все уже миллиард раз. Еще напиши в комментариях, что уже видели это видео. Ну, ребята, я же для вас ищу эксклюзивный контент. Поэтому, чтобы понимали, для создания этого видео потратил миллиард часов времени. Вот прямо сейчас, например, мы находимся вообще на самой первой версии. Просто самая первая. Посмотрите, это магазин. В магазине вообще ничего нету. Только Origin Box и Origin Кейсик, а? Падаль волосатая. Да, ребятки, ну шо, давайте прямо сейчас откроем Origin Box'ик на самой первой версии в мире. Прикиньте, вот я сейчас нашел ту версию, там где вообще нет ничего. Да ни фурия с коллекции, ни ассистенс, ничего. Так, ребят, посмотри, какой раньше был стрёмный осмотр. О, это осмотр Акера ТХ, как вам такое? Блин, чё за стрём? Давайте открывать. Посмотрите на эту анимацию открытия. Ну, кстати, анимация открытия, кажись, осталась такая же самая, что было раньше, что сейчас, да? Ну, именно сама анимация. О, М4 Тайгер. Сейчас это хлам, а раньше это был прям очень крутой скин. Кланы разработки. Кто, ребят, не знает, то кланов не было просто фиаско как долго. Их не было, наверное, года два, потому что кланы вели относительно недавно. То есть в самых первых версиях, там, до 0, 10, 0, их вообще не было. И знаете, что самое крутое? Раньше была карта под названием Short Dust 2. Вам не послышалось. Short Dust 2. То есть разработчики просто взяли и сплагиатили. Ох, кстати, посмотри, прикольный выбор, да? Просто взяли и сплагиатили с CSGO эту карту. И су. Ты что, как вам такое? Как вам такое, Илон Макс? Как, ребята, вам эта анимация стрельбы? Как вам сама карта, да? А знаете, что ее удалили? Потому что Valve подали запрос, типа Эксельболт нарушает авторские права. И сказали, пацаны, вы что, в сосну въехали? Это наша карта. Ну и ясен пень, разработчики ее со временем удалили и начали делать авторские карты. Вы спросите, а что вот это за стрелочки возле прицела? Я сам не знаю, реально какая-то стрёмная хрень. Вау, ты шо? А вот это Керчик, да? Вы помните эту анимацию при зарядке? Да ты что, вот эта песня, вот эта сказка. Смотрите, какой раньше был маленький выбор оружия. И, кстати, да, очень прикольно, что раньше можно было покупать и АКР, и эмочку. А сейчас АКР только за Т, а эмочку только за КТ. Да ты что, ребята, ну прям очень круто. Давайте посмотрим на анимации стрельбы. Слушайте, ну как-то раньше вообще не было отдачи, да? Ты стреляй там, стреляй сколько хочешь, не хочу. Отдачи не было. Раньше отдача была только на АВМе и на дигле. О, и сейчас я вам покажу. Сейчас покажу, смотри, анимация на дигле, отдачи на дигле. Смотри, на, ха-ха.
Просто раньше стекла нереально было по никому попасть. Как минимум по причине того, что Дингл занимает просто пол экрана. Дингл занимает пол экрана. Я такого еще, конечно, не видел. Смотрим, что по ВМу. Посмотри, это отдача, наверное. То есть это не я веду мышки влево-право, это отдача по ВМу. Вот такая вот она была. Ну а сейчас будет мега-эксклюзивный контент. Это самая первая версия карты Sandstone. Это что такое? Это, я просто сам впервые все это вижу. А парта не было. Как тебе такое, Илон Макс? Раньше не было апартов. Лол. Что? Лол, типс, бред? Блин, как это все непривычно выглядит. То есть раньше нельзя было никуда подняться. Просто бежишь вот так на пролом и влетаешь на плента. Мне знаете, что больше прикол? Отдача. Посмотрите, вот когда ты стреляешь, идет эта вспышка просто на весь экран. Ну смотрите, сейчас и буду стрелять. Вот, видите? Вспышка на весь экран, вообще ничего не видно. Так, ребятки, а теперь посмотрите, как раньше был бах. А знаете, почему раньше были такие баги? Потому что раньше тестировщики получали зарплату в голде. Я сам в шоке! Ну реально, было такое, что получали зарплату в голде. Зато прикиньте, как классно. Надоело играть по правилам. Взял, залез на самый верх карты и начал всех мочить. Ну если бы я увидел такое сейчас, я бы сказал, что это 100% софтер. Ну а раньше это была норма. Ну просто был вот такой вот бах. Если честно, я даже не верю, что нельзя залезть в апарты. Раньше было вот так вот. Это самая первая версия карты Sandstone. Сейчас, короче, проорете, потому что я вам покажу тёмку. Давайте, готовы? Готовы? Сейчас будете орать. Смотрите на эту дверь. Салам алейкум, братан. Там просто вас могут мочить прямо с той позиции. Как же хорошо, что сейчас эту дверьку немножко прикрыли хотя бы, да? Ну а прямо сейчас вам покажу проходик на мид, его чтобы не поменяли. Но затем покажу вот этот подсад на миду, вот его поменяли просто трындец. Посмотрите, как раньше это выглядело колхозно, как будто пришел к дедушке в деревню. И мне вот такой вот забор, надо было через него перелезать, да? А, кстати, да, сейчас еще один бах я вам покажу. Смотрите, мужики. Мы берем, вот так вот залетаем. Опа-па, и мы уже опять за пределами карты. Раньше вылететь за карту, это был дефолт. Ты вот каждая вторая катка, ты то ли падаешь под карту, то ли вылезаешь под карту. И было куча разных подсадов, нычек и тому подобного. Но ясен пень, что если бы и так было сейчас, то никого бы киберспорта не было. Даже речи не было бы о киберспорте. Поэтому разработчики, вы большие молодцы, что все это исправили. Но если честно, вот иногда не хватает пасхалочек. Вот реально, вот было бы круто, вот я не знаю, есть такие подписчики, которые поняли, что была пасхалка на карте Train Hot Side, там где был тролль. Вот реально ты падаешь под карту, и там был тролль. Вот реально не хватает сейчас таких пасхалочек. Опа-па-па-па. Ну посмотрите, как можно было по грани перелезть абсолютно всю карту Sandstone. Как вам такое? И мочить всех подряд. Вы прикиньте, если сейчас нету нормального тичита, прикиньте, какой раньше был тичит. Это же просто трэш. Раньше бы, понимаете, если бы так лазили, никто бы не понял, бы вы или читер, или юзер, но в любом случае вас бы не забанили. Потому что раньше тичита вообще не было. О, кстати, пацаны, сейчас вам покажу очень прикольную позицию. Вы все, я думаю, прекрасно помните ту самую машину. Так вот, раньше к этой машине можно было даже залезть. Даже в нее можно было сесть, завести и уехать. Ля, прикольно-то как, да? А, кстати, да, раньше же было две машины. Сейчас же оставили только одну машину, раньше было две машины. Ля, какая же это была имба, да? Я бы с радостью поиграл на самой первой версии карты Sandstone. Ну, я не знаю, как называется эта позиция. Это прям под ребрами. Посмотрите, как же все это выглядит. Стрёмно. Ну что же, мои уважаемые подписчики, если вам понравилось подобное видео, обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. А в моем ТГ будет раздача промиков, поэтому переходите туда. Обязательно подпишитесь. С вами был Кентуха, всем удачи, всем пока.